Рецепт приготовлен для сайта I'm Cook. Торт со смородиновым вареньем. Это прекрасное решение к сладкому столу. Для его приготовления понадобится смородина, сахар, вода, мука, ванилин, сухие быстродействующие дрожжи, яйцо и майонез. В глубокую миску выложить майонез. Влить воду комнатной температуры, вбить куриные яйца, всыпать ванилин, и сухие быстродействующие дрожжи, добавить 50 грамм сахара и тщательно размешать массу до однородности. Она получится достаточно густой, а затем частями ввести дважды просеянную муку и замесить тесто. Оно будет мягким, нежным, покладистым и не липнущим к рукам. Накрыть его салфеткой и отложить в сторонку, чтобы оно отдохнуло минимум на 20 минут. В это время приготовить смородиновое варенье. Помыть и перебрать ягоды смородины, выложить их в чашу для блендера и засыпать сахаром. Перетереть блендером в пюре, перелить в сотейник и отправить на огонь. Периодически помешивая, выпарить жидкость. На это уйдет 10-15 минут. Отдохнувшее тесто хорошенько размять и отрезать 1/4 часть от общего куска. Оставшееся тесто раскатать в пласт толщиной 1 см. Выложить раскатанное тесто на форму для запекания. Сформировать бортики, срезать ножом края, красиво их равняя. Сделать вилкой проколы по всей поверхности теста, чтобы во время запекания тесто не сдулось, не поднялось. В центр влить смородиновое варенье, равномерно его распределяя. Раскатать кусок оставшегося теста и нарезать на длинные полоски. Чередуя горизонтально и вертикально, выложить их сверху варенье. Две полоски скрутить между собой или переплести их в косичку и сделать красивый бортик. Выпекать пирог в духовке 30-35 минут при температуре 180 градусов. Нежный, ароматный, сладкий и очень вкусный торт со смородиновым вареньем порционно разрезать и подать на стол. По своей структуре это что-то среднее между обычным дрожжевым и песочным тестом. Оно мягкое, но не крошится. Оно покладистое и в тот же момент нежное и воздушное. С ним не только приятно работать, но и большое удовольствие кушать. Такой сочный ароматный тортик со смородиновым вареньем станет прекрасным дополнением к чаепитию. Приятного аппетита! Готовьте с любовью! Рецепт с пошаговым фото можно посмотреть на нашем сайте. Ссылка находится в описании под видео.